В Оренбургской области завершил работу уполномоченный по правам ребенка при президенте России Павел Астахов. Он посетил сразу несколько социальных объектов в Оренбурге и Саракташе, встретился с губернатором и правительством области. Помощники Астахова, детский спецназ, проверили 57 учреждений сферы образования, здравоохранения, социальной защиты населения. О результатах поездки в материале Светланы Даниловой. Рабочий график Астахова оказался достаточно плотным. Помимо поездок по области, в Доме Советов было проведено совещание с руководителями органов исполнительной власти области, сферы образования, здравоохранения, социальной защиты и Общественной палаты Оренбургской области. Главная задача, которую поставил Павел Астахов перед регионом – найти каждому малышу маму и папу. Над этим придется работать уполномоченному по правам ребенка по Оренбургской области. Такая должность появится в июне. Приюты нужно освобождать, а на их месте открывать детские сады. Учитывая, что по области в очереди стоит 20 тысяч ребятишек, такое решение может оказаться идеальным. Семейное устройство детей – это наш приоритет, государственный приоритет. Нам в течение 3, максимум 4 лет ближайших надо детей определить в хорошие, подготовленные, надежные, сопровождаемые государством семьи. То есть задача – подобрать таких родителей, обучить, проверить и доверить им ребенка. Главный детский правозащитник рассказал о положительном опыте Кемеровской области, в которой ситуацию с нехваткой мест в дошкольные учреждения решили по-своему, без отрыва от семьи. Маме, которая имеет на иждивении 3 несовершеннолетних детей дошкольного возраста, платятся деньги, зарплата 5000 рублей. И по 70 рублей на каждого ребенка в день на питание. Вот посчитайте, получается достаточно серьезная сумма для того, чтобы просто сидеть дома и ребенка растить. Министерство социального развития замечаний и пожеланий без внимания не оставило. Теперь планируется колоссальный обмен опытом между областями. Регионы, те, которые были приведены в пример, уже начали мы изучать опыт, то есть по интернету наши специалисты связываются, смотрим. И то, что как бы реально у нас внедрить, мы же еще, во-первых, и понимаем, что на это все нужны деньги. И в рамках бюджета, если что-то мы сможем сделать, то обязательно это сделаем. Самой долгой остановкой Павла Астахова стала Свято-Троицкая обитель милосердия в Саракташском районе. Протоиерей Николай Стремский на собственном примере показал, как именно нужно работать с детьми. Опыт у него богатый. В семье 70 детей, усыновленных и взятых под опеку. Кирсановские, Гамалеевские и Солилецкие детские дома тоже были отмечены как положительные образцовые примеры. Порадовало, что в детских домах есть попечительские советы. Это было требование, поручение президента, которое до 1 марта было исполнено. Но, понятно, где-то они формально существуют, где-то нет. И все же, каким хорошим ни был бы детский дом, ребенок должен воспитываться в семье. Ведь маму и папу ни один воспитатель не заменит.